Всем привет! В этот день мы приехали на реку Сосна, цель — поймать сазана. До этого были уже на этом месте и поймали по одному сазанчику. Правда, после того раза стало намного холоднее, температура днем не поднимается выше 10-12 градусов, а по ночам опускается до 5. Соответственно, и вода в реке стала холодной. На большую активность рыбы мы в этот день не рассчитывали. Ловил я на несколько удилищ, используя два вида монтажа. Первый монтаж – это безопасная клипса, только вместо грузила – кормушка, в которую я забивал кашу. Поводок из лески 0,2, примерно 25-30 сантиметров. Второй монтаж состоит из скользящего грузила. Далее на леске крепил кубик жмыха и поводок. Использовали несколько насадок, это консервированная, ферментированная кукуруза и горох. Также одну удочку ставил с бойлом. Да тут вроде бьется хрена. Ага, есть, есть как. Есть, есть. Поход, да. Ну там что-то мелкое. Ход мелкий. Ё-моё. Ну нормально, да. Хоть что-то. Хоть что-то. Жмых, да, жмых. На три кукурузы, короче, попался. Три кукурузы такие, с банки, да. Жмых сработал. Ну вот, а ты, короче, плотвы не пишешь? Есть. Во. Да, он куда он уйдет? Крючок хороший, а? Рыбки есть, я что-то не вижу. А? Рыбки есть, нет? Встал? Он в кубе. Может, коряшка? Вот. Что, подсачиваешь? Что-то легенько идет, вообще рывков нет. Душечка летит. Блин, та следу какая. Да хоть нахрен. Да вот, хорош, хорош, дай трешечка даже. Побольше. Блин.
Опусти, опусти вниз. Я сейчас заведу. Давай, поднимай. О, ё-моё. Ни хрена себе. Потрахаться. Ё-моё. Вот это зачет вообще. Вот это сазанчик. Ё-моё. Вообще супер, ё-моё. Да он что-то не сильно упирался, да? Ну вообще он спокойно шел. Наверное, это вода холодная, они же все неактивны. Сработал вот такой монтаж. Кормушка, поводок из лески. Сазан клюнул на две кукурузы консервированные. В кормушке была каша. Вот такая рыбалка получилась. К закрытию сезона все-таки удалось побить скромный рекорд по сазану. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и пока.